картина Ивана Крамского под названием «Незнакомка». Все ее знают именно под таким названием. Но изначально художник назвал картину «Неизвестная». Давайте порассуждаем, кто же изображен на этой работе. Девушка, представленная на картине, одета по последней моде. На ней шляпка с перьями, она без вуали, едет в открытом экипаже, на ней перчатки из тонкой кожи. Все это показывает, что девушка имеет прямое отношение к высшему свету. Но так ли это? По этикету того времени девушка не могла передвигаться без сопровождения компаньонки. Все это наталкивает нас на мысли, что, скорее всего, перед нами куртизанка или так называемая девушка второго света. Есть и другие теории. Некоторые искусствоведы считают, что эта картина была портретом княгини Юрьевской, второй жены императора Александра II. Однако после гибели императора художник отошел от своего замысла. Увы, эта версия сомнительна, потому что картина была написана только через 2 года после гибели императора.